a mouse, cause I'm an albatross. Всем привет, с вами Юлия, вы на канале Двоичный код. В этом обзоре мы с вами поговорим о таком проекте, как Vita. Vita — это первый в мире поставщик смарт-ипотечных кредитов с революционными, дальновидными, динамичными и упрощенными процессами андеррайтинга для покупателей, впервые покупающих жилье. Vita ломает форму ваших стандартных ипотечных кредиторов. Этот радикальный доход сокрушит все традиционные архаичные подходы, используемые традиционными ипотечными кредитованиями и владельцами недвижимости, изменит их таким образом, чтобы взглянули на этот подход и удивился, почему об этом никто раньше никогда не задумывался. Эта радикальная реформа уже давно назревала. Vita — это детище нескольких разработчиков криптовалют со всего мира, и они хотели бы найти одну серьезную проблему и пытаться ее решить. И именно это они и сделали. С помощью создания Smart Mortgages. Vita создала новую инновационную концепцию, которая превратит процесс получения ипотеки и покупки жилья с ног на голову. Слишком долго люди изо всех сил пытались получить ипотечный кредит или же обеспечить семейный дом, не работая каждый час своего времени. И это скоро изменится. В белой книге этой платформы они продемонстрировали видение того, что может достичь и как вместе при поддержке инвесторов и единомышленников эта мечта может быть реализована. Они создали платформу, чтобы предлагать умные ипотеки. Покупка вашего первого дома должна быть простой. С Vita и контрактом Smart Mortgages сделает это возможным. Инвестированная криптовалюта Vita будет лидировать в покупке домов за криптовалюту. Приложение Vita будет работать с веб-сайта Vita Homes в ближайшее время. Вы можете подать заявку, посмотреть и приобрести недвижимость напрямую или же просто делать запрос на просмотр. Приложение Vita также будет использоваться для оплаты покупателями всех коммунальных услуг токенами Vita или фиатом. И также будет возможен обмен с фиатных валют на Vita. Приложение Vita представляет собой единый процесс покупки вашего первого дома, полностью интегрированный, чтобы дать вам самый простой процесс покупки вашего первого дома. Все функции приложения Vita будут доступны для использования после постройки домов Vita. Регистрация, запрос для просмотра, купить недвижимость, вы можете оплатить коммунальные услуги и все это на одной платформе. Токены этой платформы будут выпущены на платформе Ethereum, он будет совместим со сторонними сервисами, кошельками и биржами. Он обеспечит простой в использовании интеграцию. Они предлагают использовать MetaMask. На этом мой обзор, к сожалению, подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки на эту платформу я оставлю в описании. Всем до новых встреч. Пока-пока.